Добрый вечер. В пресс-конференции принимают участие главные тренеры и гранты сегодня команды. Илья Петрович Воробьев, Леонидов Адашбиев. Развязка такая. Молодцы, ребята вытащили. Вот они. Давайте дальше. Спасибо. Да, ребята играют хорошо, с хорошей отдачей. И я не могу их упрекнуть. Пока до конца не могу довести его. Спасибо. Пожалуйста, вопросы представляйтесь, пожалуйста. Игорь Иранко, «Спартак-Экспресс», Николай Хайдарович, реально ли вообще выбраться со счета 0-3? Буду стараться. Еще подумай. Захар Ильич, почему не удается держать вот земного поворота с каждым матчем в этой ощущении? Почему что не удается удержать? Сдержать первое звено. Ну, это игроки высокого класса. Не так просто их удержать. Пожалуйста, вопрос. Я, у вас возникли вопросы к судьям после гола Азвиады? Из-за того, что Осло заводил шайбу? Нет, нет, там немножко другое было. Я думал, там помеха вратаря была, но так очень тонко. Руслан. Захадарович, а Блинкин в каждом матче по три момента таких хороших. Почему он не забивает? Что не хватает ему? Концовки. Ему не хватает. Евгений. Илья Петрович, оцените игру Дани Зарипова. Что он творит в этом плей-офф? Просто еще по дереву. 15 голов у него уже. Пожалуйста, спасите по дереву. Илья, то, что два игрока, которые во двоих 80 лет почти, говорит о том, что Лига настолько, не знаю, слаба для них? Да не, мне какие-то клише, знаете, если честно, то не вообще неправильно. Есть хороший или плохой игрок, а мы какую-то что-то придумываем. Селяне играют, играл там 41 был. Ягор играет, он старше меня. В чем мы ищем-то там, где нет? Пожалуйста, Хадарович, сыграть или что? Не готов ответить. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.